Доброго времени суток, дорогие мои друзья! Сегодня у меня опять поставка, и пришел огромный мой заказ, так как на выходных у нас была распродажа «Черная пятница». Сразу хочу вам показать и рассказать, что я заказала именно для себя. Первое, что я беру уже очень давно, очень много лет, это универсальные влажные салфетки. Здесь их 40 штук, артикул 11127. Их рекомендуют, ну, при уборке дома и так далее, так как универсальные, они пропитаны специальной эмульсией. Но я сразу говорю, как я их использую, и я их так всех рекомендую, и все очень отлично берут. Я их беру только для машины, чтобы протирать панель. Ну, во-первых, очень хорошо протирается пыль. Оно имеет какое-то еще такое антистатическое действие, то есть надолго хватает этого эффекта. Уборка машины, ну, делается очень быстро. Пропитана она хорошо, то есть хватает одной влажной салфетки очень и очень надолго. Может, вы скажете, что у нас сейчас есть салфетки для машины. Ну, если вы в курсе, что салфетки для машины, те у нас появились буквально каталог назад. А эти у нас уже давным-давно. А вообще, ими хорошо убирать дом, если, допустим, нежданно-негаданно к вам собирается кто-то прийти в гости, по-быстренькому убрать, если что-то где-то нужно, очень быстро, очень легко. И, как я уже сказала, одной салфетки хватает на очень долго. Дальше взяла себе аж 4 упаковки салфеток детских. Это у нас артикул 2332, 15 штук влажные салфетки. Вообще, я пользуюсь всеми нашими влажными салфетками. Чем они мне нравятся? Что они именно как салфетки. Они такие, как, может, кто-то пробовал, такие, как будто влажная бумага. Все салфетки я могу легко использовать, как для снятия макияжа с глаз. Я не знаю, может, это специфика нашей туши. Я любую тушь нашу, ну, кроме водостойкой, я такой не пользуюсь. Я легко могу снять что такими салфетками, что салфетками гигиенические, что сейчас у нас появились. Поэтому у меня всегда в сумочке есть влажные салфетки, которые я использую и по назначению, и не по назначению. Дальше была огромная распродажа. Так как вы знаете, я полностью все наше покупаю. Вот столько я набрала. Я всегда беру десяточку. Имбирные напитки. Во-первых, он очень вкусный. Ну, прям очень вкусный. Хотя я мед не люблю. Может, из-за того, что слышно еще имбирь. Во-вторых, он реально работает. Значит, артикул 15374. Сейчас я зачитаю состав. Молочная сыворотка сухая. Мальтодекстин, порошок меда, регулятор кислотности, лимонная кислота, экстракты имбиря, лимонника, ароматизатор натуральный мед и подсластитель сукралоза. 35 килокалорий. Главное условие сделать так, как написано. То есть размешать в горячей воде и выпить. Чем горячее, тем лучше. Но вы уже смотрите сами, как себе можете. Вот если вы, допустим, чувствуете первые признаки простуды, у каждого она по-своему срабатывает. Может, насморк, может, горло першит или еще что-то. Значит, выпиваете один. В общем, всего надо, чтобы вы выпили 3 пачки. То есть, или в течение дня, или, допустим, приехали с работы, выпили, потом на ночь выпили и с утра. И посмотрите, что простуды как не бывало. Но это именно когда начальная стадия. Если вы уже заболели, ну, извините, уже нужно лечиться, как рекомендует врач. Дальше. Ну, распродажа же. Нужно брать мои любимые чаи. Я прям могу здесь выстроить пирамидку и 4 с щабрецом. Так как вы уже все прекрасно знаете, кто за мной наблюдает. Чай с щабрецом я просто обожаю. Я его беру уже очень-очень много лет, как только он у нас появился. Правда, он у нас сейчас идет в новой упаковочке. Артикул 15129, 20 пакетиков.
Чем мне нравится наш чай, я в предыдущих видео говорила, повторю просто, что залил чай и забыл. То есть не нужно, так как я очень крепкий, не люблю контролировать, когда вы меняете именно этот пакетик. И чабрец вкус, ну прям, ну мне просто очень нравится с детства, наверное. Во-первых, сейчас идут праздники, во-вторых, он был, ну, просто на огромной распродаже, вам даже не скажу, ну, где-то по рублю. Ну, и взяла, пусть будет дома зеленый чай. Я, конечно, его не фанат, но иногда хочется. Это обычный зеленый чай без всяких примесей. Артикул 15128. И как же... Без чая в пирамидках. Это идет чай подороже. Здесь 15 пирамидок, но он тоже был на распродаже. По-моему, если не ошибаюсь, 2,80 по нашей цене. То есть, если он так стоил 4,60, это очень хорошая экономия. С бергамотом. Так, 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 где наш артикул? 15142. И чай молочный улун. Артикул 15141. Так что я думаю, на праздники у меня чая хватит. Ну и так как я уже рассказывала, сейчас акция. И я сейчас всем обращаю внимание, что если берете, допустим, ароматизатор в машину, салфетки выходят за 20 копеек. Поэтому у меня такси и заказывают. Поэтому не помню, кто-то заказал. Дальше. Наша изюминка, наш продукт, который продается номер один в Фаберлик. Это универсальное средство, которое называется для духовок и плит. Артикул 4.9. Но кто его уже пробовал, он прекрасно знает, что это идет универсальное средство именно для кухни. То есть чайник, кастрюля, духовка, вытяжка, микроволновка. В общем, все-все-все, где есть именно нагарь, жир и так далее. И не поверите, у нас девочки приспособились, что даже добавляют буквально пару капелек этого средства, когда кипятят кухонные полотенца. Получается, буквально чуть-чуть добавили вот этого средства, прокипятили полотенце, ну а дальше закинули в машинку, но они выходят белоснежные, без всяких разных пятен. Так что, если не пробовали, рекомендую. Ну и сейчас, как вы знаете, в 17-м каталоге акция при заказе на 8,69 водички. 30 миллилитрах на акции у меня есть... Кума и подружка, которые обожают эту водичку. И так как я им предложила, что сейчас очень хорошая акция. Правда, они были не на акции, а на распродаже. Я им взяла нашу водичку Шато, артикул 3024 в миниатюрах. Они были на распродаже. Немножко я запуталась о себе. Я взяла... Водичку, которую я очень люблю, я ее использовала уже 3 флакончика, но так как у меня дома вообще бутылочек, баночек, вот, очень-очень много, поэтому сейчас я беру все в миниатюрах, чтобы побыстрее заканчивалось. И это артикул 3020, инкогнито, она мне прям очень нравится. И свежесть, и сладость, то, что я люблю, такой ненавязчивый аромат, и его можно использовать и зимой, и летом. Если не пробовали, обязательно заказывайте. Ну и на распродаже, тоже не знаю, брали вы, не брали, из набора гран-при нашего фиолетового, что в коробке, продавали отдельно скраб и пилинг. Я этими наборами пользуюсь уже очень давно. И так как у меня офис, я люблю делать мастер-классы. И поэтому крем я отдельно закажу, когда у меня закончится. А здесь мне не нужно будет заказывать огромную коробку. Они были до 2 рублей, точно не помню, по своей цене. То есть вообще... Для такого набора это просто копейки. Если не пробовали, обязательно закажите, попробуйте. Сейчас идут праздник, Новый год. Закажите маме, свекрови, подружке, сестре. Они себе пожалеют.
А если вы подарите, будут пользоваться и будут вспоминать вас добрым словом. Это проверено 100%. И опять же на распродаже. Я этими карандашами пользуюсь очень давно. Я в основном беру вот этот оттенок 43086. Он у меня идет под все помады. Сейчас вам покажу, как он выглядит на руке, если будет видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Такой получается под все мои помады подходит. Был на очень большой распродаже. Так он по 7 рублей. И решила взять оттеночек немножко другой. 43083. Он называется коралл. Но я просто брала, у меня есть пару таких бежевых оттенков помады. Я думаю, он мне подойдет. Вот. Что-то не очень видно. Но я думаю, подойдет. И этого карандаша хватает на целый день. То есть даже если помада где-то и съедается, то карандаша хватает, то есть буквально подкрасили помадой и все. И сейчас на акции по каталогу моя любимая помада модельер цвета. Этот оттенок я уже использовала окончательно, хотя у меня помад много, но что-то у меня все время, если начала пользоваться одной помадой, так и пользуюсь пока и до конца не использую. Это оттенок 44107. Его очень часто разбирают, по-моему, амарантовый универсальный оттенок. И вот сейчас специально покажу свой карандаш, который беру все время. И посмотрите, он под эту помаду подходит точь в точь. Вот. Сейчас сфокусируется. Вот, смотрите. А так как я говорю, у меня все помады примерно одинакового оттенка, поэтому мне этот карандаш подходит очень хорошо. И решила сразу взять себе 2 килограмма порошка. Брала по акции с 50% скидкой. Там как бы разница не очень большая, если в основной заказ добавлять. Но просто у меня их много, поэтому решила использовать таким образом. Взяла универсальный, который я беру уже очень давно. И решила еще приобрести альпийские луга для небольшой свежести. Значит, артикул 11525 универсальный и 11535 альпийские луга. Как я уже где-то рассказывала в предыдущем видео, что я всегда беру универсальный порошок. То есть я не беру порошок для цветного, так как он идет универсальный. Повсюду, и для белого, и для цветного, и для ручной стирки, и для машинной. Мерную ложку на быструю стирку я даю чуть больше половиночки, а на длинную стирку, ну, которая 5-6 килограмм, уже даю ложку с горкой, и мне хватает. Ну и пришел мой автозаказ. Опять Флоранж, серьги Виола, артикул 100-217, сплавни драгоценных металлов и гальваническое серебряное покрытие антик, кристаллы Сваровски. Ну, как обычно, приходит в коробочке. В коробочке еще мешочек, а в мешочке красота, которая даже подходит сегодня под мою рубашку. Посмотрите. Не тяжелые, темный металл, моя любимая французская застежечка, и как видите, есть еще силиконовая штучка, чтобы держать. Да, я думаю, видно, как они классненько сияют. Значит, в каждой вот этой пупырышечке есть кристаллик, сейчас сфокусируется.
Очень красиво. Но главное, что они легкие. То есть я думала, ну, как посмотреть на моделях, и на сайте они такие громоздкие, думала, будут, ну, тяжелые. Нет, они не тяжелые. Очень хорошо смотрятся. Я уже их примерила. Так что, ну, люблю я бижутерию, а после Флоранж, скажу честно, не могу я смотреть на другую бижутерию, потому что когда ты увидел качество, когда ты увидел стиль, другое даже не хочется брать. И если я не ошибаюсь, вот эти серьги можно взять по накопительной программе за 200 баллов. Поэтому если у вас есть столько баллов, можете присмотреться и взять бижутерию себе по накопительной. Ну, я думаю, пока достаточно. Такой вот у меня был заказ по распродаже. Всем приятного вечера. Всем до скорых встреч. С вами была Ольга Карпович, бизнес-проект партнер.